Прыгаем. Там проснемся. Вообще в порядке. Александр Кондрашко. Настя, ну-ка покажись, у меня зелененькая. Блин! Я не знаю. Здесь останешься? Смотри, Юль, проснулась. Жесть. Да, тема. Я в шоке просто. Я не могу сейчас понять, где у меня волосы покрасились вчера. В бассейне? Да, ну в бассейне нет, наверное. Ребята, не пейте. С утра ждайте, вам вот такие волосы. Да, Миш, надо налить, короче. Миша пьет пиво, Настя чилит. Вован, давай. Вова! Топи Вову, Настя. В кружку ему лей, в кружку. Топи Настю. Сина! Ребята бреднем ловят. Че ты хочешь? Нашлемся. Давай, поехали на рынок купим. Рыбки? Кальмарчик. Правда, уже поздновато, 10 утра. Да, кстати, в 7 утра здесь, оказывается, рыбу надо. О, раскаленный шлем. Чуть не повесил, блин. Давай только не газуй, чмошник. Слушай, прогреть забыли, бай. Так, а что мне делать-то надо? Что? Направо, и там темпл, да, какой-то? В какую сторону? Направо, да, ехать? О, слышишь? Она говорит. О, нифига там, что, ты видел? Что там? Там бассейны какие-то, наоборот, давай заедем. Гуляем, опухаем. Сегодня отдыхаем. Военная часть, да? О, нифига себе, смотри. Чуть упал. Сколько нам еще осталось? 7 минут. Офигеть, дорожка. Да, надо было по той все-таки ехать, да? Да, разницы нет. А здесь 6 минут медленнее. Ладно, поехали. Там, где короче, значит, жопа маршрут. Главный поворот налево, говорят.
навигатор нам прямо показывает, куда влезть. Да, здесь в джунглях есть навигация. Вот слева пойдешь, бороду потеряешь. Прям пойдешь, фиш-маркет найдешь. Ребята, вы не представляете, как тут говном воняет. Вот мы едем на протяжении всего периода, вот знаете, как в свинарниках пахнет? Вот примерно такие же, ну не везде, конечно, но вот где заселено, где они хозяйство держат. Вот час, например. 5000 рублей вход. Он говорит, вы прибыли к месту назначения. You know this Кубатумбахан? Таман. This way? This? Yes. Ребят, тут очень колоритно, я вам скажу. Тетя, он несет фрукты. Плантация. Вот это что такое растет? Да? Ну, это мы ели, вот свинью кормила твоя Катюха. А, драгон фрукт? Да, драгон фрукт. Как кактус растет, да? Ага. Ни разу не видел. Целая плантация. Он вообще не едет, ему газу даешь, он пах-пах-пах-пах. Жопа. Мы вообще здесь не уйдем. Вот, направо. Давай вот чувака тормози. Не-не-не, направо, Миш, направо. Вот здесь нормальная дорога идет асфальтирована. Вот, поехали. Yeah, go straight. Yeah? Yeah. Just straight? Just straight. Yeah. And will be this, yeah? Yeah, yeah. Okay. Okay, thank you. What's your name? Mike. Mike, where are you from? Russia. Or Russian. And where are you from? Bali. go straight. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. Шут, когда мы им говорим про это фигня. Кубатумбахан. Спрашиваю про Кубатумбахан, они такие ржут, туда, говорит, туда езжайте. Они вообще, говорит, вот долбоёб, куда приехали. Ребят, 7 километров мы уже едем, час, не можем найти Кубатумбахан. Ну, зато запомнили название теперь. Походу мы нашли Кубатумбахан. Похоже на то, да? Да, вот он. Или это гостиница крутая. А, мы здесь ехали. Да? Вот он. Вот сейчас есть. Кубатумбахан. 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 А где фиш маркет? Фиш маркет. Я. Макаси. Сама-сама. Что, разобрались? If you find the big temple, yes. On the right side, you just go left. Окей, thank you. Yeah. Big temple. Он сказал, блядь, Тубамугадан. И все, и разобрались. Да поехали вон туда, завернем, ёп. Да. Ну вон там рынок, скорее всего. Давай. Hello. Excuse me, where is fish market? I don't know. Supermarket. Fish. Cross, come on. Left road. Left road? Yes. Passage.
Fish. Fish. Fish market. Fish market. Yeah. Fresh fish. In my village, you pass already. Where? Start. Start. Fisherman. Bring fish. Bring fish. 1 o'clock. Yeah, 1 o'clock. Where are you from? Russia. Russia. We won't buy fish. Won't buy fish for catch. Yeah. Understand. For eat. Where is it? 5 kilometer. I make a movie, okay? Huh? I record video, okay? Oh, this is the security. You can security. Ask him. May I record video? 1 minute. No. This good promotion for you. Oh. I many popular. You come and then go out. No swimming. Look you this in YouTube. Это натуральный бассейн. Здесь, конечно, в основном местные, я так понимаю. Вот так отрываются местные. Прикольно. Бля, я не снимал. Да ладно. Сука. Рынок. Похож на фишмарк? Похож на брамбанан. Барамбанда. Это все закончилось уже. Вообще. И нет. И вот. О, а мы здесь были. Да? Ну, походу, а может и нет. Куда поехал? Ну, вот дайте чем. Золото продаю, золотишко. Не охраняю. Хай! Fish market, you know? Fish market. Fish market. I don't know. You know? I don't know. Hello. Hello. You want buy fish? Hello. Fish? Hello. Дайте fish. Чупим. Ходят, смотри. Это еда? А, это соль. Мишань. Алло. Смотри, соль. Fish. Fish? Where is fish? Fish. Вопрос повторяется тобой все. Where is fish? We buy. Давай. Fish. Это они полный трюм, что ли? Это соль, видишь? Yes. This is straight here. Left straight. This no buy? No. No buy. You go fishing, yeah? This is fishing. Yeah, this ship go fishing, yeah? Is this? This is. Where is fish, this? The, on pocket, yeah? Yeah, this pocket. For Denpasar? From Denpasar. What name fish? Tuna? No. Katamba. Katamba? Yeah. Mahi-mahi? Mahi-mahi, janky, katamba. Apa lagi namanya itu? Malela. Макрель? Окунь. Я. Окунь, говорит. Групер. Алло.
No? В группе? Короче, вот такая вот дружная компания у нас собралась. Сейчас мы на рыбалку поедем с Саньком. Say please, Александр Кондрашов. Я, не... О! О! Нормально! No, no! For me! This for me! This for me, yeah? For me! Oh, mom, lead daddy! Look here! We go with him, yes? We go? You go? Ah, follow you, okay. Say please, Александр Кондрашов. No, Александр! It is my name! Oh, you, Александр! Say, Александр Кондрашов. Александр Кондрашов! Okay! Thank you, bro! Have a good way! Вот так они отгружают рыбу. Блин, пасар. Ой. Оторвалось. Еще себе отсюда везут, да? До самого Денпасара. Да. Денпасар? Денпасар. Поехали за этим, чипом. Поехали. Прямо с моря привезённый. Они еще и скотчем все поперематывали, смотри как. Не протекло. Сейчас останется там соль. Ну, давай. О. Red Snapper или что это? А что маленькие какие? Вот это групперы. Нет, группер. Крабу. Это Red Snapper. Давай возьмем. Я могу. Вот надо вот таких. Давай, this. Маленькие, конечно. Ну, ну от этого они вкусные, что? Франчиз и не Франчиз. Only this? Besar atau ni? Maybe big fish. Oh, yang besar big fish. Little fish. All little? Okay, давай пакет. 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 Надо. Тардамин мне мой ikan. You have? Ты что, вот такую маленькую будем готовить? Конечно, она вкусная, ты что? Пожарим на гриле. Ну что ты как караси? Сейчас возьмем побольше. How much kilo? Давай 2 килограмма. Да нет, 2 мало, ты чё? 3. 3. Maybe 4, я не знаю. Big. Big. Давай. Big. Besar dikit. 3. 3. Окей. How much? How much? Per kilonya 35. 100. 105 ribu. 1, 0. Да останьте калькулятор. Давай. Сто пять тысяч? Нихера себе. Берем, что? Окей. А? Или поторгуемся? Поторгуемся? Да я просто не вижу смысла, семья как бы, что такое 105 тысяч? На толпу, Миш, мы вчера, блядь, 1,5 миллиона въебали. Да давай нахер, давай поторгуемся ради приличия. Да нет. Чипы? 100 тысяч. 100. Ва. Я. Окей, 100. А. Окей. Ну давай, ладно, сотку отдай. Окей. А. Окей. Thank you. Они довольны, смотри, сотка прилипла. Гарис. Hello, how are you today? Fine. Good. Активный типок. Yes, sir. Hello. Hello. You want to fish? Yeah. Yeah, you have. Yeah. Yes. Already? Already. Это было исполнение, да, Миш?
Бля, куда мы съездили? Сходил за хлебушком. Ага. О, жопа как керзовый сапог. На, Миш, шлем. Бери рыбу. Трэш. Че, рыбу-то вынес? Да там рыбы-то эти, блин, 2 кг. Что-то мы и мало, да, здесь? Да. Паника у нас была. Можно было бы за сотку взять там. Вообще просто ведро можно было взять. Че сейчас это? Мы и принесем, они вообще поржут. Они нас сейчас убьют. Пойдем покажем. Сейчас снимешь, как она ржать будет над нами. We don't look... We don't find the fish market. Didn't find. Yeah, it's small. Normally, more many in the afternoon. А, после 12 говорит, намного больше. Where you buy this? In the ship. From ship. А где все? О, нифига себе, им там массаж делают. Нормально? Игоря, ну ты как? Я смотрю, ты выпил все пиво. Массир. Сказки, да? Клево. Там рыба вот такая. Мы познакомились со всеми местными. Какая вот. Рыба? Да маленькая. Вот девочки, я люблю такую. Вкусная рыба. А больших рыб не было? Не. Ну ты доволен, что ты поднялся? Я бесконечно счастлив. А сколько ты там наверху пробыл? Я ж туда поднялся, я же говорю, потом спустился на полчаса назад. Там Петр спрятался, вращали и сидел. А я тебе не рассказывал? Нет. Я тоже не слышал. Саня меня в 2 часа ночи разбудил. Так. Сказал, я не пойду. Ну. Готов один идти? Я говорю, готов. Он говорит, вперед. Я в 3:30, в 2:15 я вышел. Он сказал, тебе идти 4 часа. Я через 2 часа был на вершине. Угу. Пришел на самую вершину. Да, через 2 часа я пришел. В 4 утра я пришел. В 4:15 я пришел на вершину. Темно, рассветом еще даже не пахнет. Я поднялся, смотрю, таблички лежат. 342. Ну, то есть понятно, вот внизу передо мной кратер зияет, черная дыра. Угу. Ветер будет сильный. Я сел за гребень, спрятался, сижу за гребнем. Но все равно замерзаешь, холодно, потому что. Я вспоминаю, что где-то полчаса назад были расщелины от потоков воды. Угу. Я спустился обратно на полчаса. Спрятался в расщелину и там сидел 1.5 часа в расщелине. Да ладно. Да. А почему там сидел? Ждал, пока ветер пройдет? Да, я просто ждал рассвета. Я спрятался от ветра в расщелине, сел и сижу в ней. 1.5 часа прошло, смотрю, уже светает. Я встал, смотрю, фонарики внизу. То есть группа поднимается. И пошел 1.5 часа обратно наверх. Угу. Пришел за 5 минут до рассвета. Угу. Как раз вот солнце, вот оно, раз появилось. Все, 40 минут привет. Постоял. Там посмотрел, пофоткался и пошел вниз. Угу. И за 3 часа спустился. Скажешь. Я выбираю жить в Каире. Так и там будет. Что скажу, хорошо здесь? А? Хорошо. Уезжать хочешь? Отсюда? Да. Расслабляет, да? Ага. Просто? Пушечка, расслабончик, море, вид, ну все, что нужно. У нас готовится обед. Hello. Excuse me, open, please. Wow. Is this fish? Fish? А, да, это рыба, ребята, в банановых этих листьях. Very good. Красота. Макаси. Ой, какой запах на кухне стоит, ребята. Вы себе не представляете. Готовится в пароварочке рис. Курицей. Они в пальмовых листьях жарились, кстати. Настя, сделай мне так же, как Игорь, только с белым. С чем? С белым листьем. Он и черный листьем наложил. Приятного аппетита.
Приятного всем аппетита. Спасибо. Как вы ему не всыпили, я не знаю. Только не потеряли. Как вы ему не всыпили, когда бензин закончился? Вот когда... Я говорю, настолько была позитивная компания у нас, настолько были веселые ребята, что при том, что нас кидали каждый день, я ни разу не помню, чтобы у кого-то было плохое настроение даже. Чтобы какой-то кто-то там где-то сидел расстроенный или что. Даже рыбы не было. Все дни вообще были на позитиве. Все. Нет, а чего были мы не всегда тогда, когда он сказал, я покупать не буду вам билет? Ну, на грани это было уже. Терпение дофига. Не, ну просто я понимал, что, ну что, а что смысл нам было там драку устраивать? А надо было улетать, не поменял. Надо было решать ситуацию, конечно. А мы с Саньком сидели и вспоминали круиз, как там нам хавчик приносили. На лодке, да. Я Сане немцу рассказывал, как вы-то были на круизе, и чуваку-то объясняли, что вы едете в Панаму стрелять рыбу, когда он говорит, сколько вам за это платят? Да-да-да. Саня говорит, да ну нафиг. Я говорю, да, вот так чувак вообще не понял. Как же это за такое, за такие условия еще и можно деньги платить? Да-да-да, он говорит, ну я говорю, мы целый день там в море, все дела. Он говорит, чувак, а сколько вы за это денег-то? Палатки там ночуют. Сколько вам за это денег-то отбашляют? Ребята, слушай, просто... а представляете вы, помните, у нас же изначально-то мы же должны были жить на необитаемом, ну, острове. Блин, палатку, барбекю. Ты представляешь, не было бы этого острова, где мы жили. Мы приходим туда, на этот остров. Но мы на ход намного меньше ездили по времени. Я тебе говорю, мы приходим на этот остров, а лодки нет. Первый день, и что мы делаем? Просто не было бы этого острова вообще. Даже накормили все-таки как-никак. Да, риса нам же наварили. И такие мы выходим, сколько у нас человек было? 8-9. С одной банкой консервов такие, опа! И по кругу пошла, каждый кусочек такой, оп. И так рекосы рядом сидят, салаты и такие, знаешь, у них вот 100 битков, они вдвоем 100 битков. Не, не вдвоем, вот такие, много. Вот такие плошки салата. И они такие, знаешь, салат накладывают. И у нас банка по кругу пошла, и они такие салат себе. Не, они еще вино с сыром, они еще вино с сыром пьют. Да, и вино с сыром пьют. Как мы не устроили международный скандал, да? А как я пошел? Санкции не ввели. А представляешь, мы сидим голодные, и приходит корабль круизный, и они расставляют, расставляют хавку. Вот я так вот. Я вспомнить не мог, где это. И они, у меня ухо сложило, я вообще ничего не слышу. И они расставляют хавку вот так вот на берегу, представляете, для тех, кто приехал с корабля. И я такой захожу, между делом, такая очередь стоит, все с корабля, и я такой, туземец, с Каибы. Такой, беру тарелку, подхожу и накладываю. Он видит, что-то не то. Он такой говорит, а с какой ты, говорит, каюты? Я такой, 10-12. И слева тетка такая. Говорит, у нас такой каюты нету. Вот надо ей было вообще, да? Вот это сказать. Америкосы! И она такая, типа, и меня прям берет такая, типа, отходи! Да, это мое, типа, вот, понимаешь, вот у них такой принцип, то есть. Одно слово, тварь. Бездушные. Мы голодаем. А там пацаны сидят такие. Да. Когда? Сейчас будет хавка. А потом выяснилось, короче, что команда на этом корабле полным-полно. Украинцев, да? Да, украинцев русскоговорящих. И мы с ними разболтались. Че, они говорят, мы работаем на этом корабле, полгода корабль работает здесь, а полгода работает в Средиземном море. И вот он как раз пошел в Средиземное море. Да. И вот так сейчас говорит, у нас ребят, помнишь, он сказал, ребят, хотите, мы, говорит, вас с собой, говорит, на корабль и в Средиземку там, говорит, высадим, говорит, бесплатно, чисто, говорит, поедете с нами. А что вас не накормили там, да? А там что-то уже никто забрали, все унесли, в общем, эти ребята, они как-то не распоряжались едой. В общем, там без вариантов было как. И что это ты снимаешь? В тот момент, когда мы уже с ними познакомились, уже было без вариантов. Да. Причем он сам подошел, мы с ним разговариваем. Он мимо проходил просто раз и разговаривался с ним. Чувак.